Ну вот у нас еще тут два гроссмейстера, Евгений Воробьев и Андрей Рычагов. Они тоже приехали на турнир поиграть с любителями, наткнулись опять же на гроссмейстеров и, наверное, немножечко разочарованы. Добрый вечер, Андрей. Ваше впечатление о турнире? Почему? Я не разочарован. То есть, я, правда, не знаю, какое место, честно говоря, знаю. Ну, по крайней мере, поделил там призовые какие-то места. Поэтому... Женя, а ваши достижения? Скромные достижения. Я слегка разочарован. Ну, а вообще впечатление о турнире? Вот этот формат, вот это вот 8 туров с таким лояльным контролем. В общем, не блиц, но и даже не быструшки, а, в общем, какой-то такой вот промежуточный. Контроль хороший, просто очень долго все это длится. Длится, 8 туров все-таки длится, вы считаете, долго? 6 часов. Можно оперативнее оборвать. А 6 часов получается, 6,5 часов. Но вы ведь приехали из Москвы. Ну, а это ж тоже не ближний свет. Ну да, ну раз уж приехали, то какая разница, 6 часов, 3 часа. Так сказать. Ну, непонятно вообще, с чего мы ждем, абсолютно непонятно. А, ну, дело в том, что они там проводят, подсчитывают, распределяют. Там, в общем-то, нечего подсчитывать. Там давным-давно должна быть таблица и все места. Они не делятся, непонятно абсолютно. Ну, ничего. Ну, Жень, ну, давайте мягче будем относиться к организаторам. Все-таки, так сказать, люди старались, и, в общем-то, для нас. Вот, так что, так сказать, мы простим им маленькую задержку. Ну, в общем-то, тогда неплохо. Спасибо.